А, тогда разрешите мне представиться. Меня зовут Асель, я менеджер отдела продаж в отеле Rixos Waterworld Aktau. Сегодня хотела бы рассказать о нашем прекрасном регионе, о городе Актау, о нашем проекте Большом Тетис Блю, частью которого является наш отель Rixos Waterworld Aktau. Расскажу немножко все в подробности в презентации с видео, со всей информацией. Далее в конце, если у вас останутся какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И также оставлю свои контакты. Если будут какие-то вопросы, также можно будет обращаться по всем вопросам. Так, сейчас посмотрю. Так, все. Так, жду сейчас, чтобы начать показывать презентацию. Так, хотелось бы начать, конечно же, с региона. Наверное, это самое важное, рассказать о том, куда же туристы могут приехать, какой это хороший регион, что мы можем предложить. И чтобы посмотреть как бы полную картину, предлагаю посмотреть данное видео. Вот такой замечательный проект, с которым я вас сегодня бы хотела познакомить и рассказать немножко о регионе. Наверное, самое важное – это привести немножко цифр. Это население города 400 тысяч человек, самого региона Мангыстау 710 тысяч человек. Здесь расположены самые крупные нефтеперерабатывающие, газодобывающие компании. 25% добычи нефти нашей страны приходится именно на наш регион. Очень удобная инфраструктура для путешествий, международный аэропорт, автомобильные трассы, это морской порт и другие все возможные варианты путешествия. Если говорить о важных как бы цифрах для привлечения туристов, то мы входим в топ-10 туристических направлений. У нас есть вообще прямые рейсы со всеми основными городами в Казахстане, а также с основными городами, которые непосредственно граничат с нами. Касательно перелетов, как вы видите, прямые перелеты уже открыты с Мангыстау
ближними важными столицами и городами. Это Баку, Дубай, Тбилиси, Стамбул, Кутаиси, Махачкала, Грозный, Москва, Ургенч. В ближайшее время планируется открытие новых направлений. Вот с 27 апреля открывается прямой перелет с Астраханью. Я думаю, что ближе к лету будут добавлены еще направления с другими городами СНГ. Внутренние перелеты также открыты во все основные города, в столицу, в Нур-Султан, в южную столицу, город Алматы. И все эти перелеты занимают от 1 часа до 3 часов. То есть очень быстро, удобно в любую точку нашей страны. Центром региона является город Актау. Численность населения 200 тысяч человек. Актау встречает красивой набережной, прекрасными закатами, очень красивые места для туристов, это скальная тропа. Город очень интересный, для туристов предлагаются различные возможности, это прогуляться по скальной тропе, это морская охота, это этно-экотуризм, и, конечно же, важно здесь упомянуть о святых местах. 362 святых места находятся в нашем регионе. Это такие места, как Бажыра, это очень интересные места, как Плато-Устюрт, и которые были созданы очень много лет назад. Это, если говорить о долине Шаров Торы, что по поверьям, по легенде, это было 120 миллионов лет назад. И важно упомянуть о Бажыре. Это основная наша такая изюминка сердца нашего региона, что именно Бажыра это, по легенде, дно океана Тетис, древнейшего океана, который существовал более 10 миллионов лет назад, что это дно океана, которое образовало вот такие горы, когда отступило. И отсюда берет название наш проект, проект Тетис Блю, именно от названия древнейшего океана Тетис. Хотелось перейти уже непосредственно к нашему проекту, любимому отелю Rixos Waterworld Aktau, и чтобы вы почувствовали всю ту атмосферу, которую чувствуют гости в нашем отеле, я хочу показать вам следующее видео. Что же такое проект Тетис Блю? Проект Тетис Блю включает в себя несколько основных больших проектов. Первое – это наш отель. Это отель Rixos Waterworld Aktau. Далее это тематический парк, который является неотъемлемой частью отеля, шоппинг-авеню Тетис Блю и, конечно же, проект роскошных вилл Rixos Golf & Villas.
Хотелось показать бы на карте, как расположены все наши проекты. То есть здесь указаны, здесь вот вы видите наш отель Rixos Waterworld Aktau, к нему подходит тематический парк Tethys Blue, а также проект роскошных вилл, Golf and Villas, с которыми я вас также познакомлю, Shopping Avenue и отель, проект которого еще и строится, это отель Fairmont. Что мы действительно можем получить, являясь гостями нашего отеля? Во-первых, это первый и единственный отель пятизвездочный по концепции «Все включено» в Казахстане. Мы с начала открытия уже встретили 170 тысяч туристов. Мы работаем круглогодично, вне зависимости от сезона, то есть это и зимняя концепция, и летняя концепция, представлены в нашем отеле. Касательно преимуществ, основными преимуществами, конечно же, является выход к Каспийскому морю. Это пляж, песочный песок, пляж и оборудованный пирс, все это предоставляется нашим гостям. 420 метров нашей территории, которую мы готовим для наших гостей к сезону. А также второй пункт. Очень часто есть мнение, что Каспийское море может быть холодным, что бывают течения. На самом деле у нас есть прекрасный бассейн Infinity. Это 7000 квадратных метров подогреваемый бассейн с морской водой. То есть, в принципе, если даже в момент отдыха ваших туристов они столкнулись, что море холодное, им прохладно купаться по личным каким-то, да, выбору, то тогда они могут насладиться морской водой в бассейне Infinity. Бассейн подогреваемый. В принципе, все бассейны наружные нашего отеля, они все подогреваемые. Есть также бассейн «Релакс», это 18+ бассейн, и внутренний бассейн «Ванжана Спа». Все бассейны по концепции, да, все включено для наших гостей. По номерному фонду. В нашем отеле 500 номеров. Это 1076 спальных мест, большая часть, конечно же, это стандартные номера, и из них 358 – это делюкс с видом на сад, и 104 – делюкс с видом на море. Это мы говорим о прямом, да, виде на море, но, в принципе, 80% наших номеров имеют потрясающий вид на море. Также есть различные категории, это Deluxe U, 22 номера, 15 эксклюзивных вилл, которые именно относятся к нашему отелю как категории номеров, и президентский сьют. Вот как раз сейчас на фотографии мы видим стандартный номер, да, то есть это делюкс с видом на сад. Размещение максимальное: двое взрослых, двое детей до 12, а также младенец до 3 лет. Кровати бывают king size и twin, то есть большие возможности по твину. Также есть смежные номера. Следующая категория – это делюкс сьют, двухкомнатные номера с двумя комнатами, мини-барами, то есть мини-бар, ванные принадлежности, все это входит в стоимость проживания. Следующая категория, самая привилегированная категория, это Deluxe, ой, это Grand Executive Villa. У нас вообще в нашем отеле 15 вилл, из них 9 вилл – это executive villas, двухкомнатные виллы, две спальни, плюс гостиная, зона барбекю, но есть также 5 вилл внутри с парной комнатой и, конечно же, одна вилла с частным бассейном. Как раз-таки вот Grand Executive Villa сейчас на ваших экранах. Это прекрасная вилла с личным бассейном, что получают гости, проживая в вилле. Это привилегированный чек-ин, чек-аут, это барбекю, это батлер-сервис, это возможность завтрак, обед, ужин заказывать себе в номер, а также возможность посещать ля-карт-ресторан на ужин бесплатно, то есть комплементарно, потому что у нас по концепции ля-карт-ресторан за дополнительную плату. В случае с виллами гости на ужин могут ходить в ля-карт-ресторане. Конечно же, уже другая линейка по мини-бару и по концепции ванных принадлежностей. И следующая категория – это один-единственный неповторимый президентский сьют в нашем отеле. По
концепции отеля. Это четыре ресторана. Основной ресторан Туркуаз, в котором проходит все питание. Плюс есть ресторан Infinity. Это снэк-бар, который находится непосредственно на пляже, если гости не хотят возвращаться в отель. Есть кондитерская, которая работает с 12 до 4. Также все по концепции, все включено. И за дополнительную плату два ресторана а-ля карт. Это рыбный ресторан Mermaid и Lizet. Как раз таки сейчас на ваших экранах основной ресторан Туркуаз, в котором проходит питание, завтрак, обед, ужин, поздний ужин. Ресторан а-ля карт Лизет, который славится своими мясными блюдами, широкая винная, ассортимент винных, винной карты. И, конечно же, ресторан Mermaid, потому что я думаю, что на берегу Каспийского моря рыбный ресторан – это обязательно, да, то есть и поэтому мы гостям, у нас для гостей есть выбор попробовать морские деликатесы в нашем ресторане. По барам у нас на территории отеля 8 баров, по концепции все включено, то есть два алкогольных из них, один работает 24 часа, он находится в отеле, это вот на первой фотографии бар Тетис, также есть бар Infinity, который тоже алкогольный, он находится на пляже и работает он до 12 ночи. Помимо этого есть спортбар, бар Витамин бар, который находится в спа, Аруна бар, Торыш в отеле и так далее. И, конечно, знаковым сабрендом бренда Rixos является спа, спа Anjana Spa. В нашем отеле, с уверенностью могу сказать, один из самых лучших спа, потому что представлены для гостей влажная, сухая, парная, очень много комнат, 15 VIP-комнат для проведения уходовых процедур и массажа. Есть большой хамам с римским бассейном, внутренний бассейн, детский бассейн. И чтобы я очень долго не говорила о спа, я предлагаю посмотреть короткое видео, которое очень точно передаст ощущение от нахождения в нашем спа. Подскажите, пожалуйста, все ли видно, слышно во время видео? Я вижу все ваши вопросы, обязательно на них отвечу. Вопрос по видео. Все слышно, видно, да? Все хорошо? Все отлично, Светлана, спасибо вам большое. Переходим дальше. Немножечко фотографий, чтобы понимать масштаб нашего спа, потому что действительно это один из лучших спа среди всех отелей Rixos. Важно подчеркнуть, что у нас в отеле хорошие возможности по проведению мероприятий. То есть в плане MICE у нас представлены огромные залы. Это 5 залов. Один большой из них, он является залом-трансформером, который делится на 3 зала, то есть вот на данной фотографии вы видите его в полном размере, это 1300 квадратов, получается, что мы можем делать мероприятие от 60 человек до 1300 человек, то есть любые групповые запросы, MICE, цикловые конференции с удовольствием можем предоставить под любой формат мероприятия, тимбилдинги и так далее. Есть и переговорные комнаты на небольшое количество гостей, VIP-встречи, и можем организовать любого формата гала-ужины и торжества. Следующий саб-бренд, о котором хочется сказать, это Rixie Club. Я думаю, что
Если вы останавливались и отправляли туристов в наш отель, вы знаете, что Рикси детям уделяется большое внимание. То есть это обязательно игровые комнаты, зона для мастер-классов, различные зоны для активности. Вот как раз-таки Рикси Клаб – отдельно стоящее здание для детей. С 10 до 11 вечера детишек, кому исполнилось 4 года, можно оставлять. Есть анимационная программа, вечерняя программа, дневные мастер-классы и аниматоры, которые всегда следят за детишками. Чтобы лучше посмотреть наш Rixie Club, коротенькое видео. Поэтому приезжайте, отправляйте туристов с детишками, всегда им будет чем заняться, как провести время, очень интересно в Rixie Club. По возрастам все делится, то есть для каждой возрастной категории подбираются свои занятия. Что касается следующего сабренда Exclusive Sport Club, то здесь я бы хотела уделить особое внимание. Почему? Потому что здоровый образ жизни – это сейчас очень популярно, то есть проводятся специальные мероприятия для людей, да, которые любят поддерживать спортивный дух, здоровый образ жизни. Для этого у нас есть большая спортивная площадка Exclusive Sport Club, организовываются различные игры на пляже, волейбол, пляжный футбол и так далее. Плюс есть фитнес-зал Ванжана Спа, который работает и доступен гостям с 7 утра и до 11 вечера. 7 теннисных кортов, которыми гостями могут пользоваться и бронировать себе для игр. И профессиональное футбольное поле по всем международным стандартам с настоящим газоном. То есть, если есть группы на проведение какого-то лагеря футбольного, там, как сказать, отправлять их как бы в кемп, мы с удовольствием. В прошлом году мы организовывали такой кемп по футболу, то есть мы приглашали тренера из клуба Реал Мадрид, и он проводил занятия, дети получали настоящую униформу из испанского клуба Реал Мадрид со своими именами, да, и также сертификаты о прохождении этого лагеря. В этом году мы планируем провести теннисный кемп, то есть лагерь, посвященный именно игре в теннис. 10 дней каждый месяц у нас будет проходить на территории отеля. С подробной информацией также могу познакомить. По Exclusive Sport Club мы также подготовили для вас видео и с удовольствием его хотим вам показать. Вот такая прекрасная площадка есть у нас в отеле с видом на море, просыпаться в 10 утра, идти на зумбу, йогу. Вообще площадка может быть переоборудована для различных 20
спортивных мероприятий, то есть занятий, да. И что важно подчеркнуть, что все наши тренеры, которые занимаются с гостями, они профессионалы своего дела, это сертифицированные тренеры, подбирают они необходимую нагрузку, правильную нагрузку для гостей, поэтому это очень важно, то есть это профессиональные тренеры, которые являются частью нашей большой команды. Про футбольное поле я уже говорила, что это настоящий газон, который мы предоставляем гостям для игры, то есть можно забронировать, если большая компания отдыхает, забронировать любое время и поиграть в футбол. Показать хотела бы видео прошлого года, как проводился у нас теннисный кемп. В этом году мы планируем организовать еще масштабнее. Видео достаточно короткое, но я думаю, оно такое очень динамичное, мотивирующее, и прям всем, думаю, захочется заинтересоваться нашим замечательным предложением. В программе, то есть мы заранее всегда готовим спортивную программу. Это запланировано, например, у нас пляжный волейбол, кроссфит-турниры в июле месяце, также регата-клаб на территории нашего отеля, теннисный турнир в завершении всего теннисного кемпа, йога-фестиваль в конце августа, а также мы являемся партнерами больших мероприятий. В прошлом году успешно прошло мероприятие по триатлону «Тимирадам» совместно с Федерацией триатлона. Вот вы видите настоящие фотографии с мероприятия заплыва в Каспийское море. В этом году планируется такое же мероприятие еще раз провести совместно с нами. И мы являемся также партнерами ралли «Казахстан». По времени проведения мероприятия перенеслось, но ралли «Казахстан» также по сотрудничеству, которое является частью ралли «Дакар» всемирного, будет проходить совместно с нами. Турнир по шахматам мы проводим ежегодно, и мы пришли к развлекательной программе, то есть ежедневно наших гостей, даже в будние дни, вне зависимости от даты, ждет вечерняя программа. Это живая музыка, это лаунж-мюзика, караоке, это выступления звезд, групп, живое выступление. И, конечно же, артистов. Мы привозим очень много артистов в течение всего года. Вот на май праздники у нас запланированы выступления наших звезд. Это Алия Капов, 91, Мархаба Саби и, конечно же, звезд, которых все здесь любят очень. Это Иванушки Интернешнл 9 мая, 14, 21, 27, а также наши современные известные артисты, это Абдер, Моно Сонгс и МД. И на июнь месяц также готовится программа с участием как приглашенных звезд, так и наших на июль и на август тоже. Что касается следующего нашего проекта, это тематический парк. Что же это такое? Тематический парк – это парк аттракционов, уникальный городок с 30 различными аттракционами, аквапарками для всей семьи. То есть на целый день можно приехать только из города, но для гостей отеля этот парк входит в стоимость проживания, то есть комплементарно. Чтобы вы понимали, вот фотография, которая у вас на экранах, это настоящая фотография, снятая нашим фотографом, так выглядит наш парк вечером, и гости вот непосредственно отель, это в шаговой доступности. Если вы знаете, вот в Турции есть Land of Legends, это мини-версия Land of Legends. И сначала покажу видео, потом приведу буквально пару фактов по тому, чтобы показать, насколько крутой тематический парк. Можешь взять, пожалуйста? Uh,
Если подчеркивать основное, да, в чем является фишка парка, в том, что на протяжении всего дня можно находиться, кататься на всех аттракционах неограниченное количество раз. Гости отеля абсолютно бесплатно, присоединиться к ним могут гости из города, которые приходят на посещение только в парк, входит также аквапарк, есть своя зона пляжная, все для наших гостей. Единственное, что нужно предупреждать гостей, что для тех туристов, проживающих в отеле, питание на территории парка не входит. То есть питание только по концепции все включено на территории отеля. В парке все за дополнительную плату. Но я думаю, что по нашей концепции, в принципе, туристы не нуждаются как бы в дополнительном питании, что они просто ходят туда проводить очень весело время. Очень много аттракционов, все не помещаются, чтобы провести полную презентацию парка, наверное, для этого нужно собирать отдельную, да, презентацию, но основные, которые хотела бы я подчеркнуть, это Blue Power. Здесь я выделю просто две цифры, что это 38 метров высота и разгоняется до 100 километров в час, то есть это с такой высоты вниз вы просто летите в воду. Вот и все. Вы прекрасно это видели на видео. Это одно из самых популярных аттракционов, который уже второй сезон радует гостей. В Уотермании семейный аттракцион, такой же, как в Land of Legends, 2000 квадратных метров для наших гостей, где они соревнуются с водой между собой, друг с другом и весело проводят время. И в этом году мы открываем в этом сезоне в первый раз Снори. Это аттракцион Dark Ride, приключенческий для, от самых малышей до взрослых. Это со всеми цветовыми современными эффектами. Очень интересный, очень большой и новый аттракцион. И замечательный герой Снори. Blue Jumper, ну, всем гостям обязательно к посещению, потому что оттуда открывается потрясающий вид на Каспийское море, на отель. К сожалению, телефоны с собой брать нельзя, но посмотреть, я думаю, что запечатлеть можно. А по важному также хотела подчеркнуть, это колесо Octal Blue, самое высокое колесо в нашем регионе, 55 метров, ну и, конечно, то, что находится на берегу Каспийского моря, придает особенное, да, ему значение, очень красивый вид открывается, очень красивые закаты оттуда открываются, поэтому добро пожаловать. И аквапарк. Аквапарк у нас тоже относится к территории тематического парка, делится по возрастам, то есть от самых маленьких детишек до больших. Есть для каждого возраста своя зона, различные аттракционы и для самых взрослых. То есть есть туннели, где ты просто летишь вниз вертикально, но это уж для самых смельчаков. И волновой бассейн, вы видите на первой фотографии, между двумя ля-карт-ресторанами, это также волновой бассейн, подогреваемый на территории тематического парка. Каждый час на 15 минут он включается в течение всего дня. Примерно это с 11, 12 до 6 вечера. И следующий проект мы переходим, это проект Golf & Villas. Golf & Villas проект роскошных вилл, когда в первый раз в истории своего бренда Rixos продает в недвижимость готовые виллы. То есть есть в черновой отделке, есть в чистовой отделке, трех-, четырех-, пятикомнатные и двухэтажные виллы на любой выбор и вкус. И чтобы понять, мы быстренько посмотрим. Нет, мы не посмотрим, да, видео? Нет, это видео мы не посмотрим. Расскажу так, что здесь комплекс роскошных вилл, 98 вилл, 63 из них Luxury Villas, 30 Executive и 5 Premium. Гости, проживающие в нашем отеле и заинтересованные в покупке виллы, могут запросить на ресепшене, здесь стоят девочки из отдела продаж проекта Rixos Golf & Villas, запросить экскурсию, посмотреть, потрогать, увидеть и решить, потому что там также находится Академия гольфа и девятилуночное полупрофессиональное поле для гольфа. Все это для гостей, как бы, да, кто проживает в виллах, постоянное членство в этих организациях. Плюс дополнительные привилегии в отношении отеля, тематического парка и всех продуктов нашего бренда. И различные виллы представлены с собственным бассейном, лужайкой, полностью оборудованные, мебелированные, либо в черновой отделке.
И важно рассказать о другом важном проекте – это Shopping Avenue. Наверное, это самый ожидаемый проект в регионе, потому что это шопинг-центр под открытым небом с потрясающим шоу фонтанов. То есть ни один проект Риксиса не обходится без какой-то изюминки. В этом проекте это шоу фонтанов, но самая ценность, что это большая свободная территория, городок, построенный в европейском стиле. 90% проекта уже готово, то есть к концу года ожидается открытие. Гости могут проводить время, шопиться, прекрасно проводить время в кафе на берегу также Каспийского моря. И здесь у нас 120 различных торговых точек, 12 ресторанов, киосков, фастфуд точек и так далее. В центре, ну, сердцем, да, всего комплекса является фонтан. Бренды как от масс-маркета, так и до люксовых брендов, представленные в Shopping Avenue. Ну и проект, который сейчас находится в строительстве, это отель Fairmont, также под нашим управлением, будет открыт в последующий год-два. Данный проект включает в себя 302 номера, номерной фонд, 220 из них с потрясающим видом на Каспийское море. Также будут рестораны а-ля карт, и, что важно, тоже будет подогреваемый бассейн наружный у данного отеля. Конечно, масштаб немножечко другой, но в любом случае у гостей отеля также будет возможность проводить время в теплом бассейне. Стиль также отличается, но это, тем не менее, современный отель, просторные номера, очень интересный дизайн. Вы сейчас можете увидеть запланируемые, да, рендерные фотографии проекта. Это и лобби-бар, и рестораны, и, конечно же, спа. Вот на таких прекрасных фотографиях релаксирующего спа мы подошли к концу нашей презентации. Я благодарю вас за ваше внимание, на все ваши вопросы. Я благодарю за то, что вы присоединились и были сегодня с нами. Оставляю ссылку с QR-кодом. Вы можете его отсканировать и скачать данную презентацию себе с видео на смартфоны. Также у нас есть телеграм-канал. В поиске просто вводите Rixos Water World Octau. У нас там публикуется вся актуальная информация по мероприятиям, по проектам, по кемпам, по визуалс, по открытиям. И там, на этом телеканале, вы можете даже брать готовые тексты и видео для соцсетей и рекламы. То есть, в принципе, мы за вас готовим контент и новости. То есть открылся бассейн, аквапарк, публикуется новость об этом, видео аттракционов, видео бассейнов, еды, пакетов, все опубликовано на нашем телеграм-канале. Наш маркетинг-департамент очень своевременно и быстро выгружает всю информацию. Я сейчас захожу в комментарии, те, которые я не отвечала, и быстренько по ним пройдусь. По поводу въезда для Российской Федерации на территорию Казахстана, то необходим ПЦР-тест при въезде на территорию. Ну, на выезде там уже правила Российской Федерации. Рестораны по меню. Ну, примерная стоимость, я бы сказала, средняя стоимость на человека – это где-то 16 500 тенге, это в наших тенге на человека, ну, это примерно, если разделить на, ну, это где-то 2800 рублей плюс-минус на человека, это средняя цена, так как алкоголь по концепции в рестораны входит, то есть алкоголь платить не нужно, если только это не люксовые бренды. Что у нас за дополнительную плату? Это а-ля-карт рестораны, именно fine dining, это эксклюзивные напитки, то есть бренды, да, такие как Macallan, Chivas и так далее, Hennessy. Это массажи и уходовые процедуры для гостей. Это все за дополнительную плату. Либо там у нас партнеры выставляют свои спортивные какие-то водные спорты и так далее. Вот все, что гости выбирают дополнительно, уже относится к их расходам, которые не входят в концепцию.
платные рестораны. Там меню, если нужно заранее, могу, если вы мне напишите, я сейчас оставлю свои контакты, могу скинуть заранее меню ресторана, либо по приходу в ресторан можно заказать заранее до времени прихода в ресторан на ресепшене, либо можно, я могу поделиться контактами супервайзера, который заранее до вашего прихода поможет вам выбрать меню. Вот. А на какие-то пакеты различные у нас есть заранее готовый сет-меню. Номера стандартно, все включено. Весь алкоголь? Нет, не весь, только эксклюзивный алкоголь за дополнительную плату, как я сказала. Основной алкоголь, то есть представленный по там водка, виски, коньяк, вино, все это предоставляется, по концепции все включено. Единственное, что эксклюзивные напитки, они за дополнительную плату. Конечно, Rifty Club входит в стоимость. Такие тренеры, наверное, какие тренеры, да, то есть у нас есть несколько тренеров, которые отвечают за различные занятия, то есть кто-то за зумбу-йогу, девочка отвечает за растяжку, прыжки, да, вот канго и так далее, парни есть, которые отвечают за фитнес именно, спортивные занятия, проведение пляжных турниров, и команды, которые отвечают за все мероприятия и анимации. Плюс есть возможность за дополнительную плату нанять себе тренера, который поможет научиться играть в теннис, потому что, как я сказала, на территории отеля 7 теннисных кортов, и кто давно хотел, могут с удовольствием это попробовать. Погоде. В 20-х числах мая будет очень тепло, и, скорее всего, можно будет купаться в море. Даже если нельзя будет купаться в море, то у нас есть, как я говорила, бассейн, подогреваемый с морской водой. По температуре, я вот даже сейчас хочу зайти посмотреть, сколько сейчас. Вот на данный момент у нас 26 градусов, очень тепло. И мы уже ходим в футболочках, блузочках, на улице спокойно, очень тепло. Когда работает парк и вода в парке? Парк уже работает, сухой парк запущен. Аквапарк планируется открытие 30 апреля, то есть завтра, к майским праздникам. Полное открытие, окончательное, будет 6 мая, то есть 5 дней на техническое открытие. И с 6 мая мы запускаем к праздникам, будет работать все. Infinity бассейн мы уже набрали, он уже готовится к своему открытию на этих выходных. Гости, проживающие на этих выходных, скорее всего, уже смогут попробовать покупаться. Вход в сам парк, конечно, входит в стоимость размещения. Все гости, проживающие в нашем отеле, независимо от стандартных номерах или в люкс-номерах, получают посещение парка. Виллы только для продажи. Нет, есть виллы на территории нашего отеля, они, это как категория номера, то есть можете написать и с удовольствием вас проконсультируют. Так, сертификат спутника не котируется, только ПЦР. Сертификаты у нас котируются, но пока по правилам ПЦР в любом случае нужен. Поэтому пока по ПЦРу. Но в любом случае лучше уточнить у партнеров наших, да, непосредственно у авиакомпании. Казахстан по российскому паспорту, да, думаю, что да, можно, приезжали к нам. Алкоголь входит в концепцию. Как далеко от аэропорта? Так, мы от аэропорта находимся в 20, так, сейчас скажу сколько, ну где-то, нет, 40 минут, 35-40 минут. Дорога новая, хорошая, прекрасная. От города мы находимся в 20 километров, это 20 минут на машине, на такси. Программа мероприятий вечерних можно... Да, мы публикуем в Телеграм, вы можете это посмотреть там. Гости, заезжающие в отель, на ресепшене стоит деск со всей программой на каждый день по времени и локации, где будет проходить, потому что летом это может быть как на бассейне тематический вечер, как на лужайке концерты, живая музыка, как в Infinity ресторане это может быть в самом отеле, в лобби-баре, поэтому... Все это публикуется. Свои контакты сейчас скину. Климат, да, регион это сухой, то есть здесь нет там дождей таких прям насыщенных, зимы как таковой здесь нет, но за счет моря влажность есть, то есть тут не так, как вот такая чувствуешь себя, что ты высыхаешь, тут все нормально, плюс очень много бассейнов на территории отеля, поэтому очень хорошо гостям. Очень рада, Алевтина, что вы к нам приезжаете, будем очень вас ждать.
Спасибо за заявочки, Ольга. Про валюту, оплату, видимо, я пропустила вопрос. Коллеги, если банки, которые под санкциями, к сожалению, не снять, не оплатить, невозможно. На данный момент банки нам дали последнюю информацию, что оплатить можно карточкой МИР, если это по карте, да, то есть по посттерминалам, и если это не санкционный банк, то есть тот банк, на который санкции не распространялись. Если снять с карточек невозможно, то есть вы в наших банкоматах снять не сможете. Всем туристам заранее я советую, приезжайте с наличными, пусть это будут рубли, пусть это будут доллары, в городе очень много обменников, можно обменять, а зато будет все в порядке, вы не будете переживать. Вначале по дороге с аэропорта заехали в город, разменяли валюту и можете спокойно ими пользоваться. Евро также, любую валюту можно разменять, евро, доллары, либо рубли. У нас в отеле и вообще в принципе в городе расчет в тенге. Депозит в отеле есть, он у нас 50 тысяч тенге на номер. Не нас в сутки, на номер 50 тысяч, это мы, если перевести в рубли, плюс-минус 8-9 тысяч рублей. 8-9 тысяч рублей оставляют на ресепшене по выезду при ненанесении ущерба, не использовании дополнительными расходами, все возвращается. Я пишу свои контакты и хочу вас поблагодарить за ваше внимание. Так. Вы можете обращаться ко мне, если у вас будут вопросы. В принципе, наши партнеры также владеют полностью всей информацией. Так, Василия Сартаева, так, это моя почта, это мой контакт WhatsApp. Так, 0972-7252. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. В телеграм-канале можно просто ввести Rixos Water World Toktau, и мы там выйдем первым, у нас там где-то около 500 подписчиков, поэтому подписывайтесь, мы будем очень-очень рады. Я сейчас вам прям напишу Rixos Water. Вот если вы вот так ведете, мы первые выйдем. Там очень много полезной информации для социальных сетей и рекламы. То есть мы максимально упростили работу агентством, чтобы информация была из первых уст, с видео и с текстами, готовыми текстами. Спасибо всем еще раз большое. Я буду очень рада встречать ваших туристов и вас. Вот. Если нет уже вопросов, все, отлично. Спасибо.